Всем привет! На этом канале сложилась довольно интересная ситуация. С одной стороны, 99% моих зрителей моя подача материала нравится, и то, что я в роликах иногда мат использую, тоже нравится. Но с другой стороны, этот канал, он все-таки задумывался на более широкую аудиторию, и устраивать здесь такой полный трэш и угар, как мне бы хотелось, я не могу. Кроме того, периодически, хоть их и мало, но появляются блаженные в комментариях, которые от слова «хуй» падают в обморок. И мне читать вот эти комментарии на самом деле надоело. Евгений Матвеев из этой ситуации вышел довольно простым образом. Он сделал второй канал на Ютубе, где уже устраивал полный трэш и угар, и где он разговаривал на нормальном русском языке, а всех тех, кому это не нравилось, просто банил. Так вот, какая у меня идея? Собственно, у меня уже давно эта идея. И вот интересно, что вы на эту тему скажете. А что, если мне открыть второй канал на Ютубе, где я тоже буду пробовать новые форматы видео, где я буду хуесосить тех, кого я хочу хуесосить, и где я буду разговаривать на таком языке, на котором я хочу, и делать такую подачу, как я хочу. Ну, а этот канал буду продолжать вести в том ключе, как сейчас веду, да, ну и практически без мата, как и сейчас это происходит. В большинстве роликов у меня мата нету, в некоторых есть там, где он уместен, где мне хотелось матом сказать. Вот что вы думаете об этом, по этому поводу? Хотите ли вы второй канал на Ютубе? Вот, напишите.